Ага, сюди? Так давайте, може, я сюди сяду, пойду. Там не треба, мені тільки вступительне слово зі стороною завалі. Все, не? Так, сьогодні ми проводимо громадські слухання згідно закону України про оцінку впливу на довкілля, планованої діяльності портового елеватора. Так, всі повідомлення про те, що сьогодні буде громадське слухання, були надруковані в засобах масової інформації. Так, газети, якщо кому треба, є, можуть подивитись оголошення. Зараз коротко суб'єкт господарювання або його представники розкажуть про плановану діяльність, ну а потім громадськість може задавати питання, і будемо вже це обговорювати. Усі зауваження будуть прийняті і, якщо вони будуть відповідати законодавству, враховані надалі у при видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. Все. Давайте розпочнемо, хто буде пропонувати діяльність. Можете на русську. Описно, я головний інженер Николаївського портового елеватора філії. Представляю наше предприятие. Ми зробили оцінку влияния на окружающую среду. Чим хотим теж побудити нашу роботу. Робота нашого елеватора самая большая і большую історію ми занимаем в зерновой отрасли нашей области, потому что мы были один единственный государственный, которым и остаемся государственным предприятием на территории Николаевской области и порта. Да, в 1929 году было основано наше предприятие, до сих пор мы существуем, работаем. Для его осуществления работы все вложим средства для модернизации, для развития и для всего остального деятельности. Планируем за счет модернизации внутреннего оборудования тоже немножко выполнять те планы, которые мы не можем выполнять из-за того, что на порту строится 8-й причал, это ограничение по кораблям, то есть мы меньше перевалку делаем. Вот, и за счет того, что оборудование немножко у нас маломощное по сравнению со современными стивидорными компаниями. В данном случае у нас мы можем переваливать по плану 700 тысяч, но мы не выполняем этот объем, потому что у нас нету мощностей таких, в основном 385 до 400 тысяч в год. И все еще зависит от предприятия, от поставки зерновых. В данной оценке на влияние на окружающую среду мы описали все наши работы. То есть даже помимо этого еще у нас есть государственные полученные дозволы на выкиды за будущие ключевые увидья, которые будут получены в 2016 году, на 10 лет у нас предприятие имеет дозволы, что мы все исправно, все платим по всем нормам и по всем, то есть здесь ведется строй учет отходов, по определенной тарификации платим, как положено, все документы, все есть, проверки, есть на выбросы, все есть. Все есть. На территории предприятия расположен у нас еще автомобиль-разрушник один. То есть у нас не такие большие мощности, как у всех остальных селедоров. Ну, по сравнению, для сравнения, помимо всего, на акватории Черного моря еще находится, помимо нас, еще есть около 4 селедорных компаний. Ну, для сравнения, для информации, просто могу озвучить цифры. То есть мы, наши паспортные данные, мы можем до 700 тысяч тонн в год переваливать на экспорт. Остальные предприятия, это у нас такие, как мощные, это Бунге, Ковко, Гринтур. Не Булон не берет, потому что Булон чуть дальше от нас становится. Простите, сразу вопрос. Это предприятие, которое арендует производственные мощности элеватора? Нет, это соседние. Это соседние. Находятся на территории. Бунге, Ковко, ДССК, значит, Гринтур и чуть дальше не Булон. Это да. Все, это предприятие государственное. Единственное государственное предприятие, которое находится вот здесь. Все остальное, это все частные терминалы. Маленькая ремарочка. МТП, морской торговый порт, имеет 14 причалов. Вот
на каждом из этих причалов работает 11 видов. Мы находимся на 7-м причале, и мы занимаем маленькую нишу в работе всего МДП. Рядом с он самый маленький, да, это 7-й причал, который... Самый маленький, самый мелкий причал. На самом деле, причал. Я могу вам озвучить цифры, но эта цифра опять немножко занижена, потому что цифры были статистика на прошлый год. То есть мы, как я уже озвучил, наши мощности, Ковка Агри получается у них 2,5 миллиона тонн в год. Гринтур 3,5 миллиона тонн в год на экспорт, по сравнению с нашими 700 тысяч тонн. Помимо этого, еще тут не учтено, потому что еще не сильно развивается предприятие, оно в стадии нарабатывания мощностей. Это сзади нас, это бывший комбинат хлебопродуктов, корпорация корейская выкупа Постко. Вот в этом году, в мае. Но там тоже мощности большие. Вдоль. Там конвейерная линия идет на 11-й причал. И южная стерильная компания 2 миллиона, больше двух. Ну, это прогнозируемый. Это комбинат хлебопродуктов. Да, это уже комбинат хлебопродуктов. Это комбинат хлебопродуктов. В плане работы работаем только с ГИСом и ТЗКО, так как мы являемся единственным совершенно державным предприятием, который занимается экспортом зерна, и все деньги идут. ДЗПКУ – это Державна зернова корпорація України. Ну, щоб вам абревіатуру. Ми являємося філіалом. Такі філіали корпорації України – 52. Ну, це з учетом всього. Там і комбінати хлібопродуктів, і комбікормові, і там ми пускаємо ще, ну, не ми, а всі остальні. Разного типу продукція. Брать историю элеватора был до войны, разрушен во время войны, немножко стоял в другом месте. И это было два элеватора. Два элеватора 1800 какого-то года, его взорвали в первом году. Да, да, я помню, как это. На шестом, четвертом причале стоял. Это был деревянный, да, Диковка. Диковка. Там металлисты. Никметерминал, да. Вот, там были деревянные силоса, его взорвали. Потому что уже рушился сам по себе. А наш элеватор был построен в 1929-30 году. Да, сдали. И в 1972 году пристроили, он был мощность 41 тысяча тонн. Потом еще пристроили новый корпус элеватора в 1972 году плюс 28 тысяч. То есть у нас полностью наша емкость элеватора 69 тысяч тонн. Единовременно выполнить. Но зерна цепочек. Да. Нет, мы говорим о зерновых только грузах, допустим, да. Что... Но это как по факту, говорится, тяжелого зерна. Если это будет семечко, это будет намного меньше, потому что семечко легче, но объем получится большой. Вот. Помимо этого всего, какой у нас, какие наши предприятия, потому что у нас предприятие единственное на территории аэропорта с железобетонными силосами, что позволяет нам более качественно хранить зерно, как и зимой и летом оно прохладно, зимой оно тепло, во-первых. Во-вторых, одно из предприятий, даже не одно, а одно предприятие, у которого есть в наличии система аспирации, которая не как у всех современных, система аспирации реоциркуляционная. Они взяли пыль, на себя накопили, и потом, когда грузят зерно, они этот пыль кидают в саму массу зерна, кидают на коробку. У нас, да, и потому при пылении выделяется пыль. У нас тоже это происходит, но у нас в меньшем процессе, потому что у нас аспирация, есть циклонные батареи, батарейные циклоны и воздуховоды. У нас идет все на цех отхода, где все скапливается, потом мы загружаем машину. Там, но это единственный цех отхода в порту, потому что они не нагрузили. То есть циклоны очищают зерно, да, 27-27. И пыль вывозят потом. То есть пыль в циклонах оседает. Пыль идет уже как отход и уже... Но все равно в процессе очистки, все равно в потоке воздуха все чисто, 100% не очищают. У нас есть паспорта специальной сети, там написано полностью эффективность, процент очистки и все остальное. Проводятся натурные замеры, контроль. Вот. И те отходы, которые не забираются батарейными циклонами, они выкидываются в воздух. Вот. Для этого у нас есть, у нас в нашем предприятии было получено в 2016 году дозвол на выкиды. То есть за все, что мы выкидываем, мы платим городу. И, то есть мы компенсируем те затраты, которые позволены, разрешены в процентном соотношении во время нашего технического процесса обработки грузов. То есть их нарушений нет. Данную оценку влияния на среду мы обновили, потому что
новые объекты в названии, мы делаем документы. Ну и предприятие разрабатывало, потому что, чтобы видеть истинную картину как бы вещей. Ну и так же, как и все планируем, хоть и сад, планируем развитие. Развитие хотим увеличить просто прием и отгрузку за счет того, что у нас приемные норы 100 тонн. У нас в перспективе, то есть это будет не автоподготовительная линия, а будет внутри предприятия, будет заменена, например, нория 100 тонн на 250 тонн в час, что позволит быстрее принимать, соответственно, быстрее принимаем, быстрее отгружаем. Если быстрее отгружаем, то есть увеличивается грузопоток, то есть будет не 700, а примерно 1,5 миллиона, до 1,5 миллиона. Но это в связи с проведением работ 8-го причала в порту, эти наши... Еще непонятно, когда 8-й причал дают пока по цифрам 22-23 год. Ну, как, в этом году нет. Однозначно нет, даже не запланировано администрация. И тут хочется еще сказать, давайте развивать государственные предприятия в связи с тем, что как бы это же отчисление в бюджеты. Это... Понимать, что мы выполняем государственный заказ, то есть Китайская Народная Республика нашей государству выделила транш, и этот транш мы по предписанию обязаны отправить продукты питания зерновых на Китай. То есть, а какие цены регулируют на продукцию? Это вопрос не по экологии. Державная зерновая корпорация. Да, вернемся к плану экологии. Для информации, в корпорации есть логистика, то есть помимо груз туда отправляют, потому что у нас еще есть в Одессе. Специфика нашей работы. И как, так как государственные предприятия мы постоянно не имеем права не соблюдать букву закона, получилось, надо, мы сделали. То есть все, паспортизация, оценка. Скажите, а кто у вас на предприятии занимается замерами экологических показателей? А это не может заниматься на предприятии, это специально? Это специализированные сертифицированные лаборатории, с которыми заключаются договора единочинного законодавства Украины. Любая приходит инспекция, если у вас не будет договоров с лицензированной организацией, не вызови же тетю Маню с ведром. Они делают замеры с записью паспорта специальных сетей. Каждый у нас на каждом сети есть паспорт, есть число, график. Раз в полгода. Раз в год. Раз в полгода и техническое состояние проверяем. Рабочий, не рабочий. Там замеры акватории, допустим, раз в квартал, замеры санитарно-защитной зоны. Это все указано. Вот, написано, что у нас термин 3-7 до 11.2026 года дозил. На рынке заблудчик человек на атмосферу с национальными джерелами. То есть 27 лет. Скажите, по этим документам я могу сделать копии, чтобы донести до общественности? Копии вы можете, это все находится в свободном доступе. Заходите в єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля на сайті Мінприроди, Мінекоенерго. І знаходите там номер діла, можете номер діла собі переписати, можете просто портовий елеватор там поискати. Наші контакти, наше количество наших джерел, деякі будуть зарубки, там плюс карта є на почту. І плюс сюди ще подложили нашу будущую перспективу с условием, если будет развиваться порт со всем причалом, мы бы тоже хотели там участвовать. Но это не значит, что мы будем участвовать. Ну, для начала, чтобы вы понимали, порт должен построить причал, а потом уже будут, кто инвесторы сможет вложить для того, чтобы что-то сделать. И имея только договор доступа до причала, можно работать на этом причале. То есть, имея статус морского терминала, и доступ к портового оператора и доступ к причалу. То есть вы не можете, вот я захотела и пошла в визит там 11-й, 1-й, 2-й. То есть у каждого портового оператора должен быть доступ к причалу. И еще план мониторинга, программа мониторинга обязательно согласовывается с инспекцией, которая курирует морские объекты. Поэтому предприятие делает замеры не вообще, когда оно хочет. Оно может это делать только в экстренных случаях. Но обязательно делает в те сроки, которые указаны в программе мониторинга, согласованной с Государственной инспекцией контроля окружающей среды, портовых, морской акватории.
И это сопровождается не только контролем атмосферного воздуха, но обязательным контролем поверхностного шара слоя морской Бугской воды. То есть мы рассматриваем объекты с точки комплексной оценки воздействия производственной деятельности на все объекты окружающей среды. И это делается, поскольку все порты и предприятия, которые работают в портах, это полувоенные, как бы, ну, с прошлого века организации. Это делается в обязательном порядке и в строго определенные сроки. И в случае, если выявляется отклонение, вот это повод внедрить какие-то мероприятия, что-то улучшить, усилить, направить, и после этого повторно делать. Понимаете, вот на порты нельзя вообще-то много жаловаться, потому что дети работников порта купаются на пляжах этих же. Поэтому мы понимаем долю ответственности во всем этом. И Николаевский порт, который находится в черте городской застройки, ответственность его еще больше, чем, скажем, у Южного порта, который в степи. И нет, ну, это Николаевский, Одесский порт, который это, в центре города. Это в центре города. Мы это понимаем, и это государственное предприятие тратит достаточно большие деньги на то, чтобы, невзирая на другие затраты, оценивать экологические обстановки. Делается в конце года, ну, допустим, за прошедший год мониторинг, где учитывается влияние хозяйственной деятельности. Заключение по мониторингу, отчет такой. Ну, из нашей практики обычно участвуют все стивидорные компании. Вот все стивидорные компании расположены на территории порта. Давай, пока подоспоришь. Единственное, что у нас еще, один плюс в нашем предприятии, в нашем оборудовании. Ну, это плюс больше в современном обработке, если мы это минус. Но в плане кого это плюс? У нас отсутствует зерносушилка. Мы не производим подработку зерна на месте. И тем более мы не понимаем зерно с линейных элеваторов. У нас корпорация по Украине, ну, образно. Покупает зерно в местные свои филиалы, доставляет его, там ее сушат, очищают, сепарируют, если надо, потом загружают в вагоны и к нам направляют. Это просто распределяют уже готовое зерно. Мы выбрали перевалочную базу, мы получили, отправили зерно украинское, отправили его на экспорт. За что получает государство деньги, внесло это на развитие, где-то на повышение китайского кредита, который был выделен китайской компанией. Ну как банк. Ну, это то, что меморандум подписан, да, Александр Степанович? Да. Да. Меморандум, да, это такая вещь сегодня. Он-то подписан, может быть, а может не быть. Еще вопрос? Ну, знаете, я сейчас буду представлять просто как бы информационный канал для остальных жителей. То есть, в принципе, основные тезисы я записал, что здесь я услышал о том, что есть контроль органов за деятельностью предприятия экологического, и есть там очистные сооружения, и в том числе зерно поступает уже обработанное. Оно не идет с полей. Вы жителям объясните, что китайская ДССК, там объемы, здесь же по сравнению, если учесть процентом соотношения, мы же сказали, 17%, Юнтур 20%, Днепро 32%, Ковка 18%, Никмасервис 3%, Порт-Элеватор 5%, Никмасервис. Никмарсервис в основном работает металл с Метинвестом. Это у них когда-никогда эти зерновые там раз в месяц идет. И просто всегда жалко наши государственные предприятия. Понимаете, вот ну. Тут еще одна надо сказать, что это предприятие экологически безопасно еще и потому, в какой-то мере, что зерно фумигируется там, где его обрабатывают. И таким образом яды на комбинат как бы не поступают. То есть это у нас общая сейчас беда, и сейчас готовится большая работа по всем портам Украины, поскольку много этих развелось как бы частных предприятий,
что нужно проводить фумигацию зерна. Так вот, фумигацию зерна проводят частные предприятия в портах. И порты наши озабочены тем, что такое количество ягод поступает в порты. Если говорить о комбинате вот, в портовом элеваторе, то поскольку, как говорил Александр Степанович, обработка зерна проводится на линейных предприятиях, то портовый элеватор никаким образом не является тем потребителем ядов, которые доставляются в порт Николаев. Это какого головняка у вас нет? Да, это я у МПУ, да. Какого головняка нет, ты скажи. Это внесение ядохимикатов, которые несут вредность, но которые убивают зараженность там. Ну, чтобы его отправить, чтобы оно дошло. Да, да, да. Иначе груз не прибыл. То есть там это может быть там долгоносный. Понимаете, это очень большая проблема. Более того, это еще проблема социального плана, потому что когда производится фумигация, это могут отравиться люди. Ведь это же не просто доставляется, это экипаж и прочее. Поэтому в этом плане портовый элеватор абсолютно как бы, ну, не безопасный. В этом плане экологически чистое и безопасное. И социально чистое предприятие. Потому что фумигация производится на других участках. Да, на линейных. Вот там, где собирают зерно в чай, вот этих элеваторах, там его и фумигируют. И сюда уже привозят зерно, которое прошло фумигацию. А вот если вы возьмете любые частные порты, то им в основном приходится, сейчас даже есть такая отрасль, морская фумигация. И вот наш институт как раз занимается вопросами, разработками документов проведения морской фумигации с учетом безопасности для экипажа судна и людей, которые ее проводят. Но мы обеспокоены, как институт отраслевой, тем, что тоннами вредные вещества, опасные яды доставляются в порт. Так вот, эти люди не участвуют в этом процессе, это их плюс. Да, у нас, вы не участвуете никак. Эко-порты. Да. Вам еще надо зеленый тариф. Еще есть одна проблема, это потом мы поговорим, еще крысы есть вот такие поганые. Ну, крысы было плохо. Да, да. Смотрите, еще есть такой острый вопрос такой, который там общественность поднимает и в большей степени нас безвинно обвиняет в этом. Вот смотрите, вы даже ехали сейчас сюда на вот, Скороходово, какая очередь машин. Да? Вот у нас офис находится на Слободской, сюда. Приемка идет на комбинат, ПСК комбинат хлебопродуктов. У нас есть только один здание, мы к этому комбинату не имеем никакого отношения. Стоят здесь машины на улице, в очереди на этот комбинат. Все бегут в мэрию, пишут, жалуются, вот на порт-элеватор, везут зерно, на порт-элеваторе очередь, там война, приезжает милиция. Вот на прошлой неделе был инцидент. Приезжает милиция, там водитель на трамвайных путях разорвал машину пополам. Приехали эти там участковые, какой-то патрульные, поймали этого водителя, тянут к нам сюда в офис, вот он едет к вам. Я говорю, ребята, да отпустите этого человека, он к нам по определению ехать не может. Вот комбинат, обращайтесь к нему. У нас, смотрите, у нас работает система диспетчеризации. У нас возле Баштанского рынка в аренде, по договору аренды есть отстой площадка. У нас все машины, которые едут на наши предприятия, они все заезжают изначально на отстой, проходят там регистрацию, их вносят в программу. И уже согласно свободного места или наличии там, разрешительных всех сопроводительных документов, после регистрации машины, машина приезжает, мы ее вызываем, приезжает в порт, и реально мы вызываем там по 3-4 машины, и машина возле ворот порта останавливается просто подать документы. То есть нету этой проблемы, которая наши, сейчас в городе. Наши машины не стоят на дорогах. Вот у нас есть наш отстой. Договор с
1 липня 2019 года пролонгирован. А он пролонгировал. Он у нас действующий. Мы работаем с ними давным-давно, до 22 года. Поэтому то, что сейчас творится на нефтебазе, на пропускной, то, что творится на заводской, что я это все. Приехали, машины куда стоят? По старой привычке памяти люди с, ну, при уважающем возрасте, да, они знают и понимают, что всегда работал порт Элеван. Да? И сегодня ситуация следующая. Люди не понимают, там Ковка построил, там, ну, бабушка, которая пенсия. Она знает, что если есть машина, она едет на порт Элеван. Зерно. Зерно на порт Элеван. Стоят машины в очереди. Сейчас выйдем любой бабушке, спроси, она скажет, это машины стоят на порт Элеван. Так вот. У нас вопрос, как бы, да, такой логический. Мы принимаем 400 тысяч в год. В том числе у нас идет 70% груза железнодорожным транспортом. 70%. Терминалы есть, у которых нет железнодорожного транспорта. Я не хочу сейчас кого-то в чем-то обвинять, я просто элементарную статистику. В общей сложности они переваривают больше 6 миллионов тонн. Это наши соседи. Но вопрос, к ним груз прилетел. Ну, да, я, смотрите, давайте за соседей. Я говорю просто, за соседей. Давайте не будем обвинять, каждый пускай отвечает за себя. Мы же ну, не голословно, не хотим что-то выдумать. У нас есть статистика, что порт, ну это наши соседи, которые находятся, проваливают 6 миллионов тонн. Если из этих 6 миллионов мы сделали 400, да, то остальное это сделали наши соседи. Давайте толерантно говорить об этом. Так вот. Вот эти вот соседи, которые работают, ну вот это вот к ним нужно задавать вопросы. Вот сейчас подойдите к машине, возьмите просто товаротранспорт, ну куда ты стоишь. Она стоит сюда, кричат в порт элеватор. Да у нас вот тупик, у нас железнодорожный путь. Вот проехать даже в порт, если мы захотим, мы сюда не сможем. Машина стоит сюда вот на Пескова очередь, да, вот конкретно. Говорят, вот вы тут нам наставили кучу машин. Да не имеем мы отношения к тем машинам, которые стоят по городу, которые сейчас ходят, пиарятся депутаты, звонят депутаты районного там этого совета, говорят, вот вы не летите, потому что мы сейчас там будем поднимать людей. Да поднимайте, но наши машины нет, стоят, все водители там идентифицируют, куда они едут, да, есть для этого там больница, там транспортная инспекция, есть какой-то бюджет города, там дорогу поломали, да. Вот сегодня приходит к нам предложение, выделите денег на ремонт дороги. Ну, я государственное предприятие, вы в своем уме. Как я могу сделать ремонт дороги, которая дорога находится на балансе там, коммунального предприятия города Николаева? Как я могу взять... На основании чего? Ну, да, так, да, если мы смогли, какой-то круг из крана спрашивает вопрос, куда ты подать деньги? Да, вопрос, это твое. Да. Все. Ну вот, Виктор Ильич, уже какой вопрос начал поставить? Родители, надо опять же 13 год, свежий ремонт. Перевалил зерновых 16 миллионов 206 тонн зерна. Из них 285 наш. Тысяч тонн. Ну, 16 миллионов. Но это два. Это порт Николаев. Это администрация подает. Тут чуть неверно, потому что в Николаеве два порта. Наш порт и Октябрьский. То есть это в общей сложности, потому что ну, да, у нас тут 6 миллионов. А Николаевский порт? Да, Николаевский 33 миллиона. Смотрите, давайте, неважно, мы не будем рыться, мы отвечаем за то, что мы отвечаем. И мы здесь собрались, потому что это касается конкретно наших предприятий. Есть вопросы, общаемся дальше. Вроде как все понятно. Да. Тогда давайте закроем громадские слухания. Если вы хотите ознакомиться, я вам сказала, вы можете найти, там будет протокол громадских слуханий, и дальше будет высновок проводы, можете там почитать. Когда уже предприятие там получит себе разрешение пропланированной деятельности, будет там и оно. То есть как мы, у нас нет проблем, мы открыты. Есть вопросы, приходят там люди, там помогите, что-то где-то. Вот. Если мы реально понимаем, что мы имеем к этому отношение, там, убрать мусор там весной или летом, там, тому дому, который ближе к нам, мы там помогаем. И мусор помогаем убирать, подметать.